Движение «Тавуш во имя Родины» 7 мая продолжило шествие к Еревану из села Сулак Кутайской области. Шествие, которое возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, выступает против односторонних уступок властей Армении в рамках процесса делимитации границы с Азербайджаном. Первой главной остановкой шествия к Еревану сегодня станет город Раздан Котайской области – уже 8 мая участники шествия планируют добраться до Абувяна, где к ним примкнут их сторонники из Гюмри. Участники шествия в Ереван намерены прийти ко второй половине дня 9 мая. Они соберутся на площади республики, чтобы предъявить властям свои требования. Арцахская епархия Армянской апостольской церкви призвала присоединиться к маршу мира и солидарности, организованному движением Тавуш во имя Армении. Дорогие друзья, мы призываем всех вас присоединиться к маршу мира и солидарности, организованному движением «Тавуш во имя Армении». Сильная Армения – это желание наших храбрых мужчин и основа исполнения всех наших будущих желаний, говорится в заявлении Арцавской епархии Армянской апостольской церкви. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать 9 мая на параде победы в Москве. Но у премьера Армении все же будет поездка в Москву и двухсторонняя встреча с президентом России Путиным. Она состоится завтра, 8 мая. Армения согласна с идеей заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября текущего года. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 апреля о том, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть заключен до конца осени. Для этого надо зафиксировать в мирном договоре все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные, заявил сегодня Пашинян на пресс-конференции. На этом видео, размещенном в социальных сетях, азербайджанские пограничники говорят, в настоящее время наш флаг развивается на границе Армении и Азербайджана. Дай бог, чтобы по приказу нашего президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева мы присоединим Карабах к нашему родному Накичевану, захватив Зангизурский район. Интересно, Никол Пашинян предложила от этих террористов огородиться приграничным армянским селам, забором или деревьями. На наш взгляд, лучший способ вести диалог с подобными созданиями – это пять точных выстрелов по количеству желающих нарушить армянскую границу на этом видео. Азербайджанские оккупанты превратили один из жилых домов в селе Шош Аскеранского района в мечеть, указав ее на Google карте Таким образом, Баку пытается создать картину якобы азербайджанского присутствия на армянских землях. Численность населения Армении к 1 апреля этого года впервые за долгое время превысила отметку в 3 миллиона, достигнув 3 миллионов 39 тысяч 700 человек. За год этот показатель вырос на 3,3 процента или на 98 тысяч 200 человек. Среднемесячная зарплата в Армении до вычета налогов в марте достигла 307 тысяч драм или порядка 770 долларов. Численность зарегистрированных в стране работников увеличилась за год на 5,1% и превысила 746 тысяч человек. В Армении цены снизились на 0,7% в апреле в годовом исчислении после снижения на 1,2% месяцем ранее. За январь-апрель уровень дефляции в стране составил 1,1%. Такая динамика обусловлена уменьшением цен в продовольственном сегменте и ослаблением роста цен на непродовольственные товары и услуги. А цены на продукты в Армении в прошедшем апреле оказались на 4,5% ниже, чем в апреле прошлого года. Снижение цен на хлеб, мясо, молочную продукцию, яйца и масло, сахар связано со снижением мировых цен на эти продукты. Цены на алкоголь и сигареты выросли в согласии с очередным ростом акцизного налога на эти товары. Гюмрийский технологический центр строит в селе Паракар колледж креативных технологий имени Нышана и Аиды Караянов, который и финансирует проект. Работы будут завершены уже в этом году. Студенты колледжа будут специализироваться в области инженерии и производства, информатики и цифрового искусства. Здесь по выходным студенты со всех регионов Армении будут создавать технологичные продукты с помощью наставников. 17 лет назад Ерем Грикорян вернулся из Москвы в Армению и один из самых первых открыл здесь собственное производство текстиля, которое вот уже 14 лет остается в числе ведущих в стране. В 2009 году Ерем своими усилиями основал бренд Агата Текстиль. Идея создания зародилась еще в России. Там он изучал эту отрасль, просчитывал все риски, искал необходимое сырье. Начинал он свое дело в помещении размером в 250 квадратных метров и производством одного вида продукции. Сегодня же площадь фабрики составляет 2500 квадратных метров и в ассортименте бренда представлен широкий выбор текстильной продукции. Одеяло, подушки, матрасы, покрывала, комплекты постельного белья и многое другое. Сам репатриант отмечает, открыть именно такое производство он решил потому, что в 2007 году, когда он переехал в Армению, данная отрасль в стране не была развита. Республика в основном импортировала текстильную продукцию из России и арабских стран. Эта идея зародилась у меня еще давно, когда я жил в России, я начал реализовывать ее. Открыл производство и развивал это дело. Изначально это было производство синтепона, из которого потом мы стали производить различные текстильные изделия. Одеяло, подушки, матрасы и так далее. Переехав в Армению, я продолжил свое дело. Кроме готовых изделий мы также продаем материалы, которые покупают различные производители и используют в своем производстве. В нашем ассортименте очень много уникальных товаров, которые придумал я сам. Вот уже 14 лет бренд остается в числе известных, качественных и лучших в стране. Конечно, за столько лет в Армении появился целый ряд подобных фабрик, но даже сейчас бренд Агата Текстиль производит и такую продукцию, какой на армянском рынке еще нет. Продукцию можно приобрести как в магазинах, так и на онлайн-платформах. Поскольку сам учредитель переехал из Москвы, экспортировать свою продукцию он в первую очередь начал именно в Россию. В планах у него начать экспорт и в Грузию, а в будущем и в другие страны мира. Ерем подчеркивает, Планов и идей у него много, но многое сейчас зависит от того, как будет складываться ситуация в стране. В свою очередь он отмечает: возвращение на родину и открытие здесь крупного бренда было одним из самых правильных решений в его жизни, потому как страна нуждается в квалифицированных специалистах и талантливых предпринимателях. Возвращение армян из-за границы с их знаниями, опытом и капиталом будет способствовать процветанию нашей страны. Сона Голдунс, Эрнест хайк город Ереван, Республика Армения. Бюджетный кредит в 100 миллионов долларов на экономические реформы выделит Армении Евразийский фонд стабилизации и развития. Средства будут направлены на поддержку бюджета в этом году и предоставляются по итогам реализации программы реформ правительства Армении. Год назад в Армавирском Марзе был запущен важный для области проект ⁇ Ера ⁇ в рамках проекта на площади 2088 гектаров, это почти равно половине площади Гюмри, появится новая городская среда с аграрной, промышленной, образовательной, жилой и туристической зонами. Проект будет реализован в пять этапов до 2030 года. На текущем первом этапе идет процесс создания интенсивных миндальных садов площадью около 700 гектар. В общей сложности будет высажено около 230 тысяч деревьев, 330 деревьев на каждый гектар. Параллельно прокладывают систему водоснабжения и капельного орошения. Уже достроен первый водоем, вскоре построят еще два. Компания Corporation America Airports заявила о том, что в Ереване мы продолжаем переговоры с правительством о расширении нашего аэропорта Звартноц и увеличении коммерческих предложений. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов долларов. стартовала программа «Обучаем педагога», направленная на обучение вынужденных переселенцев из Арцаха ремесленному делу. По инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и общественной организации «Культурный центр Терьян» стартовала программа «Обучи педагога». Цель проекта – обеспечить трудоустройство вынужденных переселенных граждан Арцаха, обучить их ремеслу и навыкам, а также способствовать созданию для них творческих и образовательных условий труда и возможностей получения дохода. Сейчас было сознание того, что люди не пришли провести здесь какое-то время, потому что там война, а люди просто приехали, потому что им уже негде жить. То есть сознание того, что э, помочь одеждой, едой. И, и растратиться по мелочам, это ни о чем, потому что людям надо создавать быт, находить им работу, обучать, чтобы они уже ужились бы в, в Армении. Потому что это, это другой менталитет, это другие знания, это другой, это другой рынок, то есть это понимание совершенно другой жизни. И мы просто поняли, что в этот раз мы не будем. Растрачивать свои силы, потому что в двадцатом году мы конкретно растратили весь мой коллектив, растратил свои силы. Мы очень долго были и в депрессии, и, и было сложно вставать на ноги, потому что мы потеряли свои навыки, мы закрыли все свои магазины, мы больше ничем не хотели заниматься, как просто людям помогать. Да? И в этот раз мы поняли, что мы не будем это делать. Мы сделали помощь, материальную помощь мы создали тоже некоторым семьям, но понимающие это сделали. Это было всего 200 семей, которые мы помогли там обустроиться, заплатили, помогли, собрали какие-то финансы, заплатили за квартиры и все такое. Но мы решили сделать какой-то другой проект, когда люди просто будут более счастливы и больше будут представлять, как им жить дальше с этим и как им быть вообще со своими проблемами в Армении. В рамках проекта организовываются трехмесячные курсы по традиционным армянским ремеслам – столярное дело, вышивка, гончарное дело. Программа рассчитана на 30 граждан Арцаха. Образовательный процесс осуществляется в сочетании теоретической и практической подготовки. После запуска программы поступило более 800 заявок от желающих принять участие. Подружились с девочками, очень интересные, очень хорошие руки, Делают все, что надо, и поэтому нам, в общем-то, и весело даже на уроках. Мы шутим, проходят уроки очень интересно. На курсах по вышиванию принимают участие исключительно девушки. В каждой группе по 15 человек. Продолжительность каждого занятия составляет примерно полтора часа. Они проводятся дважды в неделю. Помимо главной цели, которая заключается в обеспечении трудоустройства граждан Арцаха, существует еще одна, не менее значимая задача – оказание психологической поддержки беженцам. Здесь девушки находят новых друзей и полностью погружаются в рабочий процесс. После окончания курса девушки демонстрируют Свои изделия на выставках и ярмарках. Таким образом, они приобретают новое ремесло и навыки, получают возможность продавать собственную продукцию, что обеспечивает им стабильный заработок и рабочие места. Альвина Акопян, Мария Григорян, Медиа, Город Ереван, Республика Армения. Физики из Армении, Европы разрабатывают новый тип ускорителя частиц для лечения рака. Новые ускорители для протонной терапии против рака должны стать компактнее и дешевле нынешних. В проекте участвуют крупные европейские компании и университеты, но устройства соберут и протестируют в Ереване, и здесь для него изготовят часть деталей. Армянский институт синхротронных исследований Кендалл в сотрудничестве с европейскими партнерами разрабатывает новый тип ускорителя частиц для протонной терапии по лечению рака. В отличие от существующих ускорителей, крупных и энергоемких, новый будет размером примерно 50 на 70 сантиметров, то есть сможет спокойно поместиться на столе.